В Казахстане средства массовой информации не имеют влияния на власть. О том, что СМИ тут далеко не четвертая власть, говорили на очередном вручении премии Геннадия Толмачева, которая была инициирована коллективом газеты «Экспресс-К». Лучшими главными редакторами 2014 года стали президент АО «Казахстанская правда» Александр Тараков и главный редактор атырауской газеты «Сахара» Куандык Батыров. Вручал награды известный прозаик и поэт Алжас Сулейменов, чью книгу «Ас и я» по отдельным мнениям редактировал когда-то Толмачев. Выходят разные свободные слова, никто их не читает и никто не слушает. Вот. Среди них встречаются дельные, очень правильные советы и властям, и обществу, и они проходят впустую, в туне. Вот. Поэтому вот эта премия в том числе борется за свободу сильного слова, за силу слова. Классик казахской литературы признал, что свободы слова в сегодняшнем Казахстане нет. В стране журналистов могут привлечь к 3 годам лишения свободы за клевету, на неугодные издания подают многомиллионные иски. А сейчас принят новый закон, который подразумевает до 10 лет тюрьмы за распространение ложной информации. Для меня, например, свобода была более, свобода слова более доступна. Тогда, когда закона такого не было, она всеобщая, свободная слова. Я мог выражать, что хотел, что чувствовал. Вот, видимо, к такой свободе мы должны подводить наше слово. Пока слово направляют только против самих журналистов, причем только тех, кто позволяет себе критиковать тоталитарный режим. В стране на таких репортеров нападают, в них стреляют и заводят уголовные дела. Оппозиционные СМИ преследуют и закрывают, чтобы никто не мешал высокопоставленным хозяевам Казахстана разделять и властвовать так, как им захочется. Спасибо большое.